Всем привет! С вами Аня и добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет обзор покупочки, которую я сделала в интернет-магазине Мыло Оп, который находится в Полтавской области в городе Кременчуг. Так, давайте смотреть, что мне здесь пришло. Посылочка довольно небольшая. В середине у нас есть накладная с перечнем того, что я заказывала. Так. Заказала вот такие в ромашках наклеечки handmade. Здесь 30 штучек. Так, немножко заказала форм. Вот такая спа с плюмерией. Вот такая пластмассовая форма. Вот такое портмоне мужское. И к нему будет наборчик вот такой, рубашечка. Здесь у меня 0,5 кг мыльной основы «Беларусь». Она идет белая. И вот такой кулечек еще. Здесь заказала вот такие сухоцветы. Василек. Цветочки. Уже у меня есть форма с васильком. Так что будем делать красивое мыло. Далее заказала пигмент перламутровый, цвет сиреневый и цвет розовый. И еще черный перламутр. Далее заказала себе пипеточки 3 штучки. Далее у нас идет отдушки. Черный лед. Производство Франция. Здесь у нас идет арбуз. Производство Россия 10 мл. Везде идет по 10 мл. Пина колада. Здесь у нас идет краситель. Черный агат. У меня уже просто заканчивается. Это мужская отдушка Blue Label. Label Givenchy. И тоже у меня закончилась клубника со сливками, отдушка. Очень классная, очень люблю ее. А здесь заказала отдельно, вот так хорошо все упаковано, в пакетику. Это твердое кокосовое масло, 100 грамм, производитель Малайзия. Вот в таком контейнере. Вот такая была у меня покупочка. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и на мою группу ВКонтакте. Ссылочку на группу и на магазин, где я все покупал, оставлю в описании под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!